Накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин посетил многодетную семью Гимаевых из села Новая Беденьга Ульяновского района. Салиму и Талие Гимаевым есть что рассказать. Несмотря на трудности, они построили своими руками двухэтажный дом со всеми удобствами. В их подсобном хозяйстве три взрослых быка, приобретенных, кстати, по социальному контракту, выданному Гимаевым как многодетной семье на развитие сельского подворья. В хозяйстве есть более 100 кур, и мясо, и яйца идут на продажу. Пока родители беседовали, от них не отходила младшая дочка Амина, которая прижимала к себе только что подаренную куклу. Позже к гостям вышли двое сыновей Гимаевых – Салават и Юнель. На прощание радушные хозяева сфотографировались на память с гостями и подарили им по корзинке яиц. Также в воскресный день председатель правительства посетил вдову участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, Епистемию Ильиничну Алмазову, жительницу села Ундары. Александр Александрович поздравил ее от губернатора и от себя лично с прошедшим праздником Днем Победы и извинился, что не успел заехать раньше. В село Ундары вдова участника войны переехала в 2013 году после того, как получила свидетельство на улучшение жилищных условий на сумму 500 тысяч рублей. В следующем году Епистемии Ильиничне исполнится 90 лет. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.